Мы идем своим путем. Это два важных, очень важных, я бы сказала, судьбоносных документа для нашей страны. В Бобруйске продолжаются встречи делегатов. В чем преимущество Всебелорусского народного собрания? На совесть Комитет судебных экспертиз празднует 11-летие с момента создания структуры. Эксперты являются профессионалами своего дела. Какие исследования в приоритете? Лютое бездорожье. Впервые в городе прошло первенство по джип-спринту. Съехались спортсмены со всей страны. Кто прошел грязь, воду, песок, как настоящий воин? А также цифровой суверенитет, временные ограничения и ответственный момент. В республике завершилась регистрация на централизованное тестирование. Сколько выпускников в этом году покинут школы? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Диалог с северными партнерами. Во Дворец независимости для переговоров с Александром Лукашенко прибыл губернатор Архангельской области. Российский регион и Беларусь – давние партнеры. Несмотря на это, президент отметил, товарооборот двух сторон не отличается выдающимися показателями. Был поднят вопрос о сотрудничестве в машиностроении. Самосвалы Синеокой как нельзя кстати подходят под условия Крайнего Севера. Помимо этого были упомянуты пассажирский транспорт и лесозаготовительная техника. Гарантийное и постгарантийное обслуживание для белорусских производителей – приоритетная задача. Знайте, что все недочеты, которые могут быть выявлены в ходе эксплуатации, будут немедленно устранены. Если нужно будет, мы свою технику будем обслуживать сами. Мы можем поставить несколько инженеров и набрать у вас людей. Мы их обучим, они будут под руководством наших инженеров обслуживать технику, которую мы вам будем поставлять. Перспективное направление – работа по перевалке грузов. Под санкционным давлением Белоруссии крайне важно освоить Северный морской путь для поставки товаров странам-партнерам. Для нас очень важно освоить Северный морской путь. Мы свои товары в небольшом количестве попробовали поставлять по этому пути, особенно в Китайскую Народную Республику, на Дальний Восток России. Это очень выгодный для нас путь. Поэтому для нас будет очень большой интерес работать с Архангельской областью. Рабочий день у главы государства получился насыщенным. После встречи с российской делегацией Александр Лукашенко утвердил кадровые назначения. Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды стал Сергей Масляк. Ведомство юстиции возглавил Евгений Коваленко. Елена Моргунова заняла кресло председателя Госкомитета по стандартизации. Они ежедневно на страже законности, справедливости, защиты прав и свобод человека. Государственный комитет судебных экспертиз празднует 11 лет со дня основания. Их уникальные профессиональные компетенции, богатый опыт и объективность будут впредь служить во благо белорусского народа для повышения качества жизни и укрепления национальной государственности. Виталий Гаврусев окунулся в тему. На связи профессионалы. Сначала мы фотографируем. 24/7. Это, как правило, бывает табак. Тайное становится явным. Эксперты являются профессионалами своего дела. 11 лет назад с легкой руки главы государства в стране появился комитет судебных экспертиз. Он решил сразу несколько проблем, которые не позволяли эффективно выполнять задачи. В структуру вошли высококлассные специалисты, опытные криминалисты, сотрудники МЧС и эксперты других направлений. На сегодняшний день к нам поступают различные объекты. Это бывают и вещества в виде порошков, бывают в виде таблеток, бывают жидкости. Жидкости могут быть в шприцах, в бутылках, во флаконах. Также объектами являются вещества растительного происхождения. От медицины до самолетостроения. Сегодня комитет проводит экспертизы, которые иногда не укладываются в голове. Оценка изъятого оружия, жидкости, дактилоскопические, трассологические, баллистические, портретные, запаховые исследования. В перечне 160 видов и подвидов экспертиз. Эксперты могут со 100% вероятностью определить, употреблял ли человек наркотик, даже если это было 3 месяца назад. Мы можем определить следовое количество наркотических средств. Это в ногтях, в потожировых выделениях, в слюне, в любых других выделениях биологических человека, да, на одежде, в
карманы где-то, на каких-то там других объектах. Исследование наркопсихотропов, их аналогов и прекурсоров, как и любого предмета в судебной экспертизе, заключается в поэтапном подходе. В первую очередь фотофиксация объекта и упаковки, в которой он поступил. Далее специалисты описывают и определяют массу, объем. В среднем весь процесс занимает не больше 3 часов. На 30-й минуте уже есть промежуточный результат. В случае необходимости мы приступаем к микроскопическому исследованию. Это зависит от того, какой природы объект. Если это растительное происхождение, обязательно микроскопия. Если это синтетическое, то есть порошок или жидкость, то здесь не требуется микроскопического исследования. После этого момента мы приступаем уже непосредственно к подготовке объекта для более уже сложных методов исследования. Качество и оперативность, передовые технологии, научные исследования, мобильность, опыт экспертов. От их зоркого глаза не скрыться. В 2023-м специалисты приняли участие в почти 45 тысячах осмотрах мест происшествий. С использованием криминалистических учетов установлено 8,5 тысяч совпадений, которые помогли установить злоумышленников. Экспертиза достаточно сложная бывает, много объектовая. Привлекаются для этой цели еще несколько экспертов, то есть не один работает, а мы работаем в комиссии, в команде, для того, чтобы получить необходимый результат. Компетентность, беспристрастие, объективность. В минувшем году в Комитет судебных экспертиз по Могилевской области поступило по 25 тысяч постановлений о назначении исследований. По некоторым видам наблюдался рост. Среди них экспертизы радиоэлектронных устройств и электробытовой техники, лингвистические, товароведческие, психологические, пожарно-технические. Многолетний опыт квалифицированных специалистов перенимает и молодое поколение. Те, кто только начинает делать первые шаги в непростой профессии. Полностью мне помогают в адаптации к данной работе. Полностью предоставляют мне все материалы, которые мне могут помочь для повышения моей квалификации как судебного эксперта. Не ошибается тот, кто не работает. Работа судебного эксперта регламентирована нормативно-правовыми актами. Каждое действие имеет свой алгоритм. Плюс четкая многоступенчатая система контроля. Мне очень повезло, что я попал в такой коллектив, так как здесь все эксперты являются профессионалами своего дела, обладают широким спектром знаний в разнообразных сферах деятельности, и они мне и передают эти знания. Знание методик, видение признаков. Заключение судебного эксперта зачастую становится решающим аргументом при расследовании серьезных преступлений, а потому он не имеет права на ошибку. Чем точнее экспертиза, тем эффективнее следствие. В веществе обнаружены высокомолекулярный полиэтилен, поливинилхлорид, каучук и другие высокотехнологичные материалы. Даже так? Это какой-то новый синтетический наркотик, что ли? Какой-то старый добрый пластилин. Навыки и специальные знания, которыми обладают судебные эксперты, помогают в раскрытии уголовных преступлений, разрешении гражданских споров. А новейшие технологии и профессионализм позволяют пролить свет на нераскрытые дела даже спустя десятилетия. Профессия судебного эксперта многогранна и насчитывает большое количество специализаций. Но все они объединены общей целью – служить закону, защищать права и законные интересы граждан, быть объективными, активными, честными и трудиться во благо Отечества. Вступительная кампания «ТОП-5 и юность в сапогах». С 23 апреля в Беларуси начинается отправка призывников на срочную военную службу. Сколько солдат в планах направить? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочной продукции. Только в прошлом году республика поставила свои изделия в 59 стран мира. Ассортимент отрасли включает более 2000 наименований. Отечественные предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет повысить производительность труда, улучшить условия, увеличить объемы производства и уменьшить электропотребление. В республике завершилась регистрация на централизованное тестирование. Пунктами проведения испытаний определены 40 учреждений образования в крупных районах, областных центрах и столице. В этом году они пройдут в единые сроки для всех – и для выпускников 2024-го, и для тех, кто окончил школу в прошлые годы. К слову, в мае выпустится более 55 тысяч 11-классников.
С 23 апреля в Беларуси начинается отправка призывников на срочную военную службу. В первый день будет направлено около 1000 солдат, которые пополнят ряды сил специальных операций, 72 объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов. Всего на укомплектование вооруженных сил и других воинских формирований республики в апреле-мае планируется отправить около 10 тысяч человек. В республике намерены разработать собственную операционную систему и веб-браузер. Пилотные проекты включены в план действий по созданию цифрового суверенитета. По словам министра связи и информатизации, наличие своего программного обеспечения позволит обрести независимость от импортных решений и уверенность в возможности его самостоятельного развития под нужды отечественной экономики. Число лесных пожаров значительно выросло в Беларуси. Количество возгораний уже более чем в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Сейчас ограничения на посещение массивов введены в 11 районах страны. Данные отображены на интерактивной карте Минлесхоза. Исключены въезд в лес на машинах, турслеты. Не возбраняется сбор ягод и грибов, однако без разведения костров на привале. До Всебелорусского народного собрания считанные дни. В Бобруйске сейчас проходят встречи делегатов. Какие вопросы их волнуют и что будут предлагать на народном вечере, разузнала наша съемочная группа. 24 апреля в нашей стране начнет работу 7-е Всебелорусское народное собрание, которое проявит себя в новом конституционном статусе. Планируется, что в рамках работы ВНС 24 и 25 числа в повестку дня будут включены вопросы утверждения концепции национальной безопасности Республики Беларусь и военной доктрины Республики Беларусь. Это два важных, очень важных, я бы сказала, судьбоносных документа для нашей страны, которые сыграют на укрепление независимости, суверенитета и безопасности Республики Беларусь. В составе народного вечи 1162 делегата. Это представители разных профессий, от педагога до врача. Одним из них от Белорусского союза женщин стала Мария Кемцева. Молодой инженер предприятия «Теплоэнергетика» для себя сформировала три вопроса. Молодежная политика, права женщины во всех ее проявлениях, но блок защиты детей вынесла на первое место. Защита наших детей в интернет-пространстве. Потому что сейчас очень часто и киберпреступления совершаются, детей наших немножко зомбируют. Все это в интернет-пространстве. В работе инженера важна точность. И этот навык помогает Марии Кемцевой во всем. Она возглавляет на предприятии первичную организацию БРСМ. Умеет организовать людей, сама активно участвует в спортивных мероприятиях и патриотических акциях. Последнее мероприятие, которое проходило с членами БРСМ нашими, это была высадка леса. Все приняли активное участие. Очевидно, одно преимущество Всебелорусского народного собрания в том, что только оно способно объединить все политические силы, власть и гражданское общество, молодежь и пенсионеров, рабочих и интеллигенцию, частный бизнес и представителей госструктур. Это значит, что при обсуждении вопросов, выносимых на повестку дня ВНС, учитываются мнения и позиции всех наших сообществ. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Ради общего дела. Вся Беларусь сплотилась и вышла на республиканский субботник. Субботнее утро в Бобруйске пригревало не только солнце. Работа кипела по всему городу. Озеленить и облагородить родные улицы вышли около 49 тысяч горожан. У Рицкого, Ленина, Народного единства лишь малая территория, где можно было увидеть результат работы. В единый трудовой ряд стали как простые жители, так и городская власть. Мы же видим, сколько людей вышло, и все работают с энтузиазмом. Конечно, мы сделаем свой город более прекрасным. Сегодня будем вести весь комплекс работ, начиная от посадки деревки, побелки деревьев. Вышли многие организации, прилегающие территорию закрепленную, убирают. Ну, люди работают с энтузиазмом. Замечательно, что бобруйчане с хорошим настроением в теплую солнечную погоду вышли на улицы города, вышли в свои дворы, предприятия, организации, просто активные граждане для того, чтобы украсить своим трудом наш город для наших детей и для нашего будущего. Ежегодно по всей республике в общем марафоне чистоты и порядка принимают участие порядка 3 миллионов белорусов. Заработанные в его ходе средства, а их порядка 14 миллионов рублей, будут направлены на реконструкцию, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, создание центра патриотического воспитания молодежи. Бобруйчане в общее дело вложили 198 тысяч.
Рев моторов. В Бобруйске впервые прошло первенство по джип-спринту. 82 экипажа со всей страны боролись за победу, преодолевая грязь, воду, песок, болото. 4 километра бездорожья проехал и Никита Швайковский. Впервые на Бобруйщине проводится первенство Бобруйской объединенной организационной структуры ДОСАВ по джип-спринту. Драйв, соперничество, воля к победе. Площадка за микрорайоном Киселевичи на один стала местом сбора для автолюбителей, которые испытывают свои навыки, преодолевая сложности грязевых трасс. Кроме участников, судей и организаторов, увидеть все своими глазами приехали зрители самых разных уголков Синеокой. Первенство посвящено Дню Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, что особенно почетно для всех присутствующих. Первая категория – это более модифицированные, подготовленные автомобили на резине от сельскохозяйственной техники. Третья категория – это прототипы, построенные в гаражах. Четвертая категория – это АТВ, квадроциклы. Заключительные заезды нашего мероприятия, как самую уже разбитую, самую сложную трассу. Весенняя погода идеально подходит для соревнований. Чем хуже трасса, тем больше очков. Мокрая вязкая дорога помогает проверить силы машины, профессиональность пилота. Несколько десятков джипов, мотоциклов, квадроциклов собрали активисты Бобруйского клуба автолюбителей «Бобры» при поддержке ДОСААФ. Съехались спортсмены со всей страны. Наибольшая доля участников – это Гродненская область, Минская область и Брест. Наши команды представлены 20 экипажами. Важная миссия водителя – точность просчета маршрута движения по бездорожью, мастерство управления авто в сложных условиях, проверка слаженности экипажа. Именно поэтому джип-спринт – спорт думающих людей. Трасса отличная, грязевая, коварные места, коварные были болота, засадные были ямы с водой, с грязью. Полевая кухня, точки общепита не позволяли участникам и зрителям голодать. Каша, суп, чай, шашлыки, блины – все, чтобы перед заездом набраться сил. В перерывах главным атрибутом выстраивалась очередь из желающих сфотографироваться. Сломались, видите, хотели помочь человеку первый раз. Будем в следующий раз более опытнее. Приедем еще раз. Уникальную возможность предоставили нашему телеканалу не только увидеть внедорожник внутри, но и проехаться по экстремальной трассе. Штурман продемонстрировал мастерство пилотирования и доказал, ему не страшны никакие преграды. Шикарная трасса, шикарный водитель. И много грязи. Такую нужно взять нам для съемок по пересеченной. Никита Швайковский, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!